Всем привет-привет! Продолжаем играть в Barn Finders. И мы продали, точнее я, за... вне камеры, продала все, что у нас вообще было. И у нас сейчас 6686 долларов. Восьмерка спасает. И мы собирались поехать на какой-то большой аукцион. Вот такой вот большой аукцион. Торги. Здесь могут оценить ваши способности и наметанный глаз. Давайте, и тут нам пишет какой-то Кутер Отис. Привет, охотники за старьем, у меня есть для вас работенка. Мой брат украл у меня наземную РЛС. Она должна быть на его старом ранчо. Не зацепите ее для меня? Я слишком толстый и ленивый, чтобы ехать туда самому. Конечно же, да. И мы, конечно же, едем... Это у нас что? Так, рада пригласить на наше особое мероприятие. Вот туда вот мы и отправляемся в первую очередь, а потом уже посмотрим. Выглядит дорого-богато. Сейчас посмотрим. Пока у нас грузится. Предмет можно поставить с помощью других предметов, написано нам. Интересно, это как? Ну, опять же, какие-то гаражи у нас тут. И, вероятно, кто-то будет продавать эту тачку. Отправиться на ранчо Отиса, найти наземную РЛСТ у нас... РЛС, точнее. Так, ну это опять у нас гаражный... О, торги. Вы можете продемонстрировать свое мастерство на нескольких небольших аукционах. Победит тот, кто найдет на складах вещей на большую сумму. Победитель торгов получает особый приз. Большую машину. Ты кто такой? Мне правда нравится твой автомобиль. Правда, правда. Так, обычно мы, когда он забирается к нам в магазин, мы его бьем. Тут, видимо, его нельзя бить. Саманта покрасилась. Я помню эту помойку. Ах, воспоминания. Что же она не делала? Не оставляем ничего врагам. Ладно, не настолько я люблю деньги, чтобы совсем уж лезть в саму мусорку. Нам нужно еще найти эту золотую туалетную бумагу. Не забывать о ней никогда. Так, мы можем топором уничтожить шарики. Зачем? Это же просто шарики. О, Себастьян, хочешь сыграть в баскет? Я думаю, что я очень плохо в него играю. Ау! Ну ладно. Нет, не хочу я сыграть в баскет. Давайте-ка сразу переходить к интересненькому, вкусненькому. Так, ценный мусор. Почему мы продаем чужие тарелки? Ладно, все, хватит баловаться. Турботеленок. Мне нужно выиграть. Начать торги. Давайте. Леди Драгон. Темная Саманта. Почему нам их опять представляют? Мы с ними как бы знакомы. И что? Половина,
Это достанется мне, неудачник. Торги. А, все, вижу. А, подождите. Хотите начать? Хочу. $550. 850. Давайте, кто больше? 950. 1050 у нас. Все наше. Все наше. Так. Это забираем. У нас тут как-то на время все или нет? Так, это забираем. Весь мусор собираем, он нам может пригодиться. Так, это забираем. Шланг какой-то. Нет, забираем, забираем. Резак забираем. Резак Никита. Вроде времени ограничено. То есть можем развлекаться тут сколько угодно. Все, ломай, круши! Сколько тут инструментов разных, а? Это все тоже. Забираем. Тут прям целый набор. Такие еще симпатичные инструменты. Так. Это мы. Нет. Нет. Не можем забрать. Так, ну что, давайте оглядимся. Выглядит очень чистенько. Мы профессиональный уборщик гаражей. Кстати, мы потратили 1050, заработали, очевидно, 933. Ну, то есть мы потратились. Но, возможно, мы уберемся, ну, подороже просто продадим. Хотя, как знать, мы, возможно, это не у себя храним. Так, ну что, 50. Давайте сразу по крупной пойдем. 600. Кто больше? 1000. Похоже наша. Похоже наша. Прекрасно. Все наше. Так, еще раз я давайте здесь посмотрю. Может быть, как-то нет. Точно все вот. Точно железно все чистенькое. Ничегошеньки сюда. Нет. Ладно, развлекаемся теперь здесь. Так, главное, чтобы тут ничего не рвануло. А тут, кстати, намного все печальней. Гони волны, ну-ка. Это у нас... А, микроволновка. Круто. Есть у меня, знаете ли, подозрение, что мы будем единственным победителем, потому что просто скупим все. Вау. Это Будда, золотой Будда. Джессика. Кукла, какой ужас. Ой. Ну-ка. Ну, ладно, не сильно криповый ребенок.
любят во всяком. Так, руландер. Стол руландер. Жалко, что у нас нет своего дома, чтобы можно было где-нибудь поставить стол руландер. Выглядит как будто все. Как будто мы потеряли еще 100 баксов. Так, ценный мусор. Да, больше похоже тут ничего очень интересного. Но самое главное, нам достанется большая машина. Нам, скорее всего, за нее придется еще и заплатить. За доставку. Вот эти вот веревочки тоже. Все собираем. Все собираем. Никому ничего не оставляем. Ладно. Это мы сделали. Давайте следующую. Это же не может быть все. Конец. Нет, еще два. Ой, еще три. Серьезно, так много? Ладно. Деньги у нас есть. Для этого мы их и копили. Кинемся кубы. Жизнь к себе свинарник. О, что, неужели мы сможем взять это за 325 долларов? Там вообще что ли ничего нет? Обалдеть! Это все наше. Там какие-то джунгли. Ой, скелет какой-то. Все наше, все наше. Мычка, чтобы открыть замок, передвигайте штифты в правильном порядке. Ну, давайте попробуем. Пфи! Делов-то. Так, вот я вижу какой-то щит, но я не поняла, что у нас здесь. У нас тут, похоже, пусто было. Какая подлость. Так, я вижу комод. Ясно, тут просто что-то с графикой. Комод забрали. Очень просто, очень просто. Нет, ничего сложнее, чем замков Kingdom Come Deliverance, я, наверное, не встречала. Все остальное, конечно, просто-просто слезы. Просто супер просто. Так. Что, ну, серьезно, у нас тут тоже ничего нету? Или просто все это в стену впечаталось? Направо-налево улетело, нет? Ну что, скелеты-то хоть отдадите нам, нет? Посыпался, бедный Йорик. Я вижу какую-то бухашечку. Ценный мусор. У него что-то на лбу, видимо, было. Пиратский флаг тоже нам нельзя, да? Какой-то супер... Супер бесполезный. Супер бесполезное место. По сути, получили один камин и осознание того, что с сундуками тут просто беда. Но будет нам наука. Поэтому, наверное, так никто и не хотел за это соревноваться. Зато у нас есть свое теперь личное тропическое безумие. Ну что, дальше? Ой, тут тоже какое-то тропическое безумие. Давайте. Начинаем.
Ценник-то начальный, ничего себе, 700 сразу. Все, что ли? Никому не надо? Нет, 900, мы... 1100, а что же там будет? Все? Успокоились? Чувак, давай начинай счет. Ой, продавать потом все это барахло будем долго-долго. Ты еще стой, мы победили. Есть. Семья питомцев. А у нас, кстати, была уже. Это переноска кошачья. Так, я понимаю. Да. Так. Кролик Тони. В клетке. В металлической жуткой клетке. Бедняжка. Так, крюки. Цепи. О, арбалет. Прикольно. Я надеюсь, это были не кости. О, олень, оленишка, шулунишка. Да у нас же такой уже был когда-то. И радужный котик на месте. Старые друзья. Еще одна переноска. Чемпион будь. Все на месте. Все знакомые на месте. Можно было просто сходить сюда, и можно было по квестам даже не бегать. Так, ну тут столько всякой растительности, конечно, что непонятно. Мы, кстати, всех побеждаем, очевидно. О, вот, я вот это и искала. Возможность порыть землю. Надеюсь, что здесь она не заглючит. Что у нас тут? Трэш. Так, нет, ну только трэш. Похоже, да, похоже, только трэш. Ну, то есть, только мусор. Похоже, все, идем к последнему гаражу. Ну ладно, он хоть выглядит как просто гараж. Без всяких странных... Ну что, полтинничек давайте. Драконик из супер злая тетка. Сразу говорит Гарибаду. Себастьян просто курит. Все. Так, а почему нашего дядюшку показывают, что он победил? Мы ж победили, не дядюшка. А нам дадут разгрести последний? Да. Тачка наша. Давайте, последний. О! Это, по-моему, из набора. Жизнь среди свиней. Забираем. Ух ты, это часы. Тоже старый знакомый. То, что тут, похоже, очень ограниченное просто количество. Так, это игрушка, мой маленький коник. Коник? А, это не собранная игрушка. Мы их будем еще собирать. Понятно. Ладно. И опять же, еще одна переноска. Можно просто всех питомцев перенести с таким количеством переносок. Так, ну пусто. Пусто. Все? Да? Ну, пойдемте за тачкой. Кстати, я не нашла тут золотую туалетную бумагу. Давайте-ка мы еще тут побродим и послушаем пение. Хотя, может быть, тут и нет. Не будет просто. Так. Нет, это не пение. Это какая-то канализация. Вообще, и люди, главное, ушли.
В ожидании закончить... А, слушай, даже доставку оплатили. Ух ты, какие люди. Прекрасные, добрые люди. Ладно, немножко, немножко побалуемся. In Miko, we believe in human resources as key to success. That's why you should try to go. У меня есть какое-то, если честно, нехорошее подозрение, что, ну, что эта бумага за победу вот в этой вот билиберде дается. Никто еще не выигрывал баскетбол с топором в руках. Что с тобой не так? Трехочковый! Нет, не е. Ну и не трехочковый, откровенно. Ну почти же, ну почти же. Я не уверена насчет золотой туалетной бумаги. Я попала? Я не поняла, я попала или нет. Но я не слышу пения. Так, ваш результат, осталось времени. Результат... О! Есть! Наш результат ноль! Там с нас деньги за это брали. Уля не умеет играть в этот баскетбол. Я умею играть его в него в реальной жизни, но не умею играть в него в этой игре. Ваш результат ноль. Вот теперь хотя бы показывается четко, что ноль. Никаких сомнений. Десять секунд еще. Четыре секунды. Ну хоть один раз. Ну давай. И что? Пусто. Ладно. Если что, если тут реально будет золотая туалетная бумага, мы вернемся. Я не слышу пения нигде, я очень внимательно прислушиваюсь. Так, вернуться? Да, вернуться. Вроде как раньше демонстрировали. Так, золотая бумага, ну нет. Мы еще не уходим. Вернуться на карту. Так, и что это? Чернота какая-то. Давайте загрузить последнее сохранение. Мало ли что. Бывает, подглюкивает. Еще, видимо, не все исправили. Но что логично, что не все исправили. Игра не вышла не так давно. Так, все у нас... Подождите. Тачку стащили. Турбо-теленок. Так, ну деньги у нас все забрали уже. Я думаю, что просто мы загрузились, как бы, если мы вернемся на эту локацию. Или подождите, это что за лодка жуткая? Предметы 35-37. Мы можем это выиграть, что ли? Настоящий патриот, коллекционный предмет. Ну, я хочу это выиграть. Как это выиграть? У меня есть топор. Вы просто видите, получается, по сути, вернулись на эту территорию. Да что ты будешь делать? Я думаю, что в этом ящике туалетная бумага. Ладно, тут нет, очевидно, никаких... Все, возвращаемся.
Не супер не очевидно, что тут нужно сделать. Так, нет, что тут придет? Все, уезжаем, уезжаем. Они бесят. За туалетной бумагой вернемся потом. Если будет у нас такая цель. Отправляемся. У нас есть 35 предметов мы нашли. 37 это какие-то новые их завезли на карту. Где-то они там попрятаны, наверное. Найдем их, когда вернемся, да. Ну что? Когда будет готов, вздремни в комнате уборщика. Что значит готово? Ну-ка, давайте. Все тащим и смотрим, что там надо помыть, что там надо собрать. А нет, смотрите-ка, все прекрасно. Все, во-первых, прекрасно, во-вторых, у нас, я думаю, что сейчас самое время, кстати, не знаю, выбрать стиль. Давайте, наверное, все-таки поспим, чтобы освещение просто было получше. Посмотрим этот прекрасный сон, как его дядюшка спит на свинье. И почему у нас всегда вторник, 7? Он просто раз в неделю работает, что ли? Так, и знаете, что мы выбираем? Вот это вот. И делаем, давайте-ка, выбирать стиль. Так, еда. Это у нас будут такие стальные полки просто. Это деревянный какой-то шкаф, очевидно. Это какой-то золотой шкаф. Это вообще какой-то космический шкаф. Я думаю, что мы выберем деревянный. Ну-ка. Ну, деревянные такие полки, вполне классические. Давайте здесь тоже посмотрим. Так, это какая-то белая космическая, это просто деревянная. Ну, да. Ну, выглядит, мне кажется, более-менее все это в одном стиле. Да? Надо за деньгами присматривать. Так, 600. Угу. Это стены. Это стены. Мы их должны теперь сделать какими-то... не такими деревянными, чтобы был контраст. Ну, хотя бы такую жуткую вульгарщину. Так, ну... Нет, розовый, серьезно. Просто на дереве дерево получается супер какое-то масло масляное. Какая-то плитка или, может быть, ковер. Видимо, искать нам еще и искать то самое единственное. Ну, ковер. Давайте сделаем хотя бы ковер, чтобы был контраст. Чтобы был какой-то контраст. А здесь... Так, может быть, пораньше. Так, ну-ка... Не очень удобно. Так. Ну нет, выглядит... Дерево, на самом деле, то, что мы сделали, выглядит достаточно так... как бы это назвать? Ну, типа шик такой, застарелый шик. Вот это вот неплохо к этому смотрится. Розовый цвет. Было бы это не розовый, а темно-синий, я бы еще подумала бы. Наверное, да. Наверное, вот на этом мы остановимся. Ну и что? Заполняем. Ага, для этого ничего нету. А, это еще и разные полки. Это у нас настенная полка средних размеров, а это большая полка для стены. Средняя полка. Большая полка. Большая полка. Большая полка. Средняя полка. Ну, уже, кстати, неплохо. Ну, мне не очень нравится все еще. Мне особенно не нравится вот эта вся фурнитура, облезла эти окна. Ну, видимо, с этим ничего не поделаешь. Надо будет, наверное, все-таки посмотреть в разных стилях. Жалко, что нельзя увидеть, что он только голубым светится. Вот так вот безобразно. В общем, ладно. Сейчас у нас что-то у нас сейчас откроется. Так, дракониха, привет!
Забирай. И кто-то еще у нас там. А, подождите, у нас еще большая машина. Сколько? 800 всего лишь. Грабитель, просто грабитель. Есть. Надо настроиться на ритм, тогда можно попасть. О, ну вот смотрите, цена 1080. Уже намного интереснее. Уже хоть немножко отбились. А то было, конечно, совсем безобразно. Тут мы можем еще выставить новенькое. Нам нужен человек. Нам нужен человек, который будет за нас это делать. В какой-то момент нужно делегировать. А то много не заработаешь. Так. Есть. Нет! Ладно, забирай, грабитель, грабитель. Шакал Сандерс. О, она, видимо, любит работать руками. Все, забирай. Так. Откуда она это забрала? На. Нет вещей, которые можно сюда положить. Что, одни большие, что ли, остались? Видимо, да. Переноску для кошек хочется. Она, значит, у нас кошатница. Так. Не получилось. Все, продаем. Ну, я думаю, что на этом мы пока что закончим и продажу, и серию. И вернемся к этому уже чуть-чуть попозже. В следующей серии, я думаю, мы отправимся уже куда? На ранчо Отиса? Да? За вот этим вот старым хламом. Сейчас я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.